Всем привет, дорогие друзья! Всем привет, дорогие друзья! И вы на канале Руни. Сегодня поиграем в игрушку Roblox в режим «Радужные друзья 2». Вторая часть вышла. Она вышла вообще недавно, то есть свежак, очень все свеже. Сегодня мы будем играть со Спейсменом. Поздоровайся. Доброго времени суток, друзья! В общем, тогда, ребят, также... Да, ребят, сейчас вы очень не понимаете, ну, короче, мы там хотели записать видео, но там они-то без конца туда залетали и мешали нам записать ролик. Так, давай быстрее залетаем. Спейсмен, заходи. Зашел? Я зашел, да. Ну, я завтра выложу. Сегодня я еще комментирую там какие-то ролики, наверное. В любом случае, да. Ты там давай там не через год выкладывай. Да, кстати, ребят, мы играли на стриме первую часть. Чаптер 2, ребят, да, вот так, кайф. Кто, ребят, не смотрел первую часть, но это был, получается, было на стриме, можете зайти, ссылка в описании. Нифига, тут как сцена. Что? Уф, мы бежим. Давай, уф. Куда мы бежим? Не знаю. О, нифига, кто-то режет. Да какой-то дед. Он. У тебя перевод есть? Блин, тоже жалко. Нифига, у него ножницы. Что вы тут делаете? О, перевод, кстати, появился, кайф. На секунду. Да. Я уверен, что это ваше воображение. Почему бы вам не помочь мне найти, короче, сос сигнал? Да я сам перевожу очень криво. Да, хорош, так. Ха-ха, это где мы? О, это кто? Это красный. О, нет, кнопка. Не нажимай на... Это пульт от ядерки. А, нет, это не пульт от ядерки. О, нет! Вы что, охренели? А ну, загоняй их обратно. Нет! Так, кстати, я, кстати, себе коробку, ребят, купил. Чекайте. Вот я коробку эту себе купил. За 150. О, нет. Да, ребят, оцените коробочку. Как вам? Так. Погнали тогда, вместе будем ходить. Погоди, да, где? Да, я себе скин немного обновил. Да, я вот такой жесткий он теперь стал. Погнали. Если что там... Кстати, там синего, я слышал. Да, аккуратно, если что. О, уже сходу. Я, пожалуй, коробку уже надену. Страшно. Там будут зеленые, а зеленого все равно не спасет. Я вот думаю, а я могу забраться на вот... Слушай, я на колесо обозрения взобрался. Я с вами хочу, алё. Я пытаюсь. Погоди, я куда-то погнал, алё. Ой, я, это кто, это зеленый? А нет. Куда, где я вообще, алё? Я пытаюсь. Где я вообще? Погоди, как тут пройти? Так, в коробку прячусь, допустим. Так, окей, покатались и хватит, надо забираться. Какой-то большой синий, слушай, прям голова. О, здорово, здорово, я тут. Здорово. Вот. Ой, я куда-то упал. Так. Ну что, пошли тогда вот к этому синему огрому. Тут... Слушай, а я тут... Тут типа пройти нельзя. Пошли, я тут какой-то аттракцион, тут классно. Кстати, шкаф какой есть. Аттракцион? Так, погнали, куда пойдем? Да, вот тут, да. Еще тут. А, тут можно пройти, да. Вот я вам. Не знаю, тут какие-то огоньки надо искать, что тут. Так, странно. Коробки сидят. Тут... Ну, слушайте, пока вот по виду выглядит все неплохо. Не, мне нравится, очень прикольно. Кстати, нигде нет ни синего и ни... Я не знаю, по воде ходить безопасно, да, можно, в принципе. А, синий! Я, пожалуй... Нет, о, нет, он меня заметил. Бегу! Он, короче, если ты бежишь за стену, он тебя потеряет. Все, я в коробке, все. Победа, туда его! Гоп покатаемся, гоп покатаемся. Погнали, погнали. Обозрение. Давай с кайфом. Давай по одной, то есть сядем. Ой, ой, ко мне! Нет! Короче, да не вылезай, я потом к тебе сяду. Тут. Я тут... Чисто на прыжечку поставил. Всем привет, ребят. Да, сейчас, подожди. Подожди секунду, я сейчас сяду. Где? О, там зеленый, нет! О, все, мы прошли. Туда его просто. Так, это что? О, Бэтмен сейчас прилетит. Здорово, пацаны. Че там? Так. О, вон
Так. Блин, зачем вы нажимаете скип, алё? Я не нажимаю скип. Они вот нажимают, блин, пацаны. Ой. Не надо скипать, ребят. О, нет. Я тут увидел синего. Мистика. Что такое? Вот это мистика. Что он там? Это же бур. Помогите я мне там. Синего. Так. Я хочу пробовать. О! Это что? Это новый? Да, это новый, это желтый какой-то. От него можно спустить миг? Надеюсь, можно коробку спустить. Так, сколько умерло? О, нет, ну вы издеваетесь. Ну так изи было, как вы умерли? Так, 15 надо найти. Нам нужно найти какую-то взрывчатку. Ты, кстати, куда пошел? Я вот он я. Где, погоди. Я все, что, куда пойдем? Посмотри, вон, там есть какие-то мосты, давайте по ним пойдем. Погнали. Теперь тут новый, блин, монстр, это фигово. Вот смотри, тут, давай поднимемся. Куда? Сюда? Да, давай. Мы опять... О, синий, там синий. Так, обратно, может, пойдем, слушай. А как? Там. По этой веревке мы уже не поднимемся. Туда нельзя. Так, по-моему... Так, блин, плохо. Кто? Пошли! Сюда? Вашу мать. Наушники. Я сваливаю. Я... Короче, я пока в шкаф. Я за трон спрятался, все. Так, ребят, вот и мы прошли. Спейсмен, не знаю, врубил, не врубил. Катсцены начались. По-моему, он, слушай, не... По-моему, не врубил, кстати. Я плюс 75 монет получаю с кайфом. Ой! Что это? Так. Он на какую-то вышку забрался. Ё-моё. Так. Да, ребята, чё вы скипать или чё там? Так. И... Ага. Опять он кого-то хотят, хочет сейчас призвать, а нет. Угу. Взорвать все хочет нафиг. Что-то таймер, что-то время. По-моему, никто даже не вышел. Капец, сколько умерло, ну вы издеваетесь. Как так, ребят? Ага, вот, все, никого нет? Да нет, там все ушли. Ура, все, погнали. Да и погнали сюда. Если бы тут прятался в коробке. Если залить коробку, он отпускает этого шарика. Что-то как-то сложновато. Ну, погнали. Так. Что, кого-то слышу, мне это не нравится. Я гуляю. На курсяльке погнал? Да. Я тоже на курсяльке, кто-то есть, по-моему. Да там синий прибежал, кстати, вовремя залез. Фух. Ёба. Я блин, на курсяльке не смог залезть. Вы издеваетесь там, ё-моё. Это я. Так, вроде он там ушел нормально. Окрестности, он так смотрит прикольно. Имба. Так, я пока что туда осмотрю. Да нет, тут никого нету. Можешь ко мне залезть, если хочешь. Сейчас дождусь. О, да. Тут, тут прыгать можно, слушай, нет? Нет, нельзя. А как тут залезть? Пробуй еще раз. Прям смотри назад, что меня там ты не убил сейчас. Да нет, там все далеко. Вроде бы. Мещать нет слова вроде бы. Так, где ты там? А не, там синий идет. Окей, все, я погнал. Блин, где-то почти до тебя дошел, ё-моё. Надо было немножко подождать. Ну ладно, окей. А там синий, вон он, видишь синего? А, короче, я в коробке покатаюсь на всякий случай. Я, кстати, тоже лучше коробку надену. Где, а у тебя мячик там не упадет? Он, кстати, куда-то пропал. О, нет.
А зачем мы на карусельку погнали? Просто шарику показать, какой красивый мир? Да. Я сейчас пойду его искать. А мы, кстати, вдвоем только остались. О, нет! О, нет! Блин, я думал, мы по плану на карусельках покатаемся, все пройдут уровни. Что, поем? Еще надо будет бежать. А, там зеленый. А какая коробка нафиг? Куда бежим? Он стоит, кстати. Я, пожалуй, сюда. О, здорово. Я, пожалуй, в коробку. Там синий. Синий рядом. Здорово. Как он этот трон сесть не может? Ну это явно его суши трон. Кто да, это? Да. Кто там так кричал? Кто это идет? Наверное, синий отходит от звуки такие. Блин, почему все ушли, ё-моё, это будет фигово. Я слышу мячики, тут где-то мячики рядом. Это мячики где-то такие звуки издают? Ну, коробки поднимают. От этого карлосона защищает коробка? Надеюсь, слушай. Ну, пока их трое, слушай. Я думаю, их побольше будет. Паша один. Один новый персонаж. Так, там синий. Тут мячик, я их слышу. Это они-то? Это они так звуки издают? Типа вот такие... Вот мячик один. О, кайф. Ты в коробке же его не можешь взять. Чё? Ты в коробке же его не можешь взять, блин. Да. Я вот... Стой, тут синий. Угу. Сейчас, подожди, синий пройдёт. Да там, там ещё жёлтый! Там подвинься, ладно? Я в твою коробку спрячусь. Погоди, погоди, я спрятался. Коробка же спасает? Да вроде, да. Вроде, да, слушай. А он, где... кстати, звуки издает странные. А где зеленый? А, как мы прошли? А, это взорвался. А, все, мы проиграли? Интересно. Так, ну? А, салют. Ура, салют, Настя. Ура! Уф. Он такой, что? Он в шоке. По-моему, так не должен. По-моему, он не должен был. Он должен был взорваться. Что это было? Или что он там сказал? По-моему, так и должно быть. А, наверное, их больше и не было, слушай. Прикольно. Ой-ой. Так. Нет, не нравится. По-моему, надо сейчас будет бежать, чисто в теории. Наверное, да. Ну что, Руни готов сливаться? Так, ну что? Так, ё-моё. Кто-то новый? О, что это? Букашка? Опа, это новый! Кстати, он прикольно выглядит. Суян какой-то. Циян. А это она, кстати. Ну, блин, ну пацаны, зачем вы нас скинули? Мы просто обзорчик, видишь, так. Погоди, что делаем? Тут, у нас тут новый монстр, ё-моё. Опасно. По-моему, нам нужно... Нет, беги! Она, кстати, тупая, по-моему. Я обосрался вообще. Я так сейчас испугался. Зеленый! Что делать? Погоди. Ё-моё, так, аккуратно. Короче, я вот сюда он, по идее, ходить не должен, я сюда. Он стрёмный, слушай. Блин, что он делает? Он ведь сюда или нет? Здесь он сюда не идет, слушай. Ты, блин, крысёныш! Вроде бы никого нету. О, я, кстати, один сахар нашел. Кайф. Куда относить?
вопрос, конечно, хороший. Ох, да, смотри, еще... может сюда залетим, тут кайф. Можешь попрыгать. Синий. Ой. Я спрятался. Я тоже. Где он? Он там под низом, под мостом. Там, кстати, синий еще внизу. Это и рядом с зеленым, кстати, там еще один сахар. Так. Я думаю, нам надо... Ой, там желтый еще. Он вроде бы будет. Так, то сюда синий идет. Там рядом. Погнали. Ну, кстати, ой, зеленый. Я, пожалуй... Куда? Назад. Ладно, синий ушел, я, пожалуй, побегу. Бежим, нет? Он как назло прям сюда идет. Побежали. Ладно, кто? Да, я наверх! Я тоже. Нет, тут где-то вот в этом, вот в этой области где-то был еще один пакет. Кто там? Там этот бирюзовый. Куда бежать? Я не знаю, я сюда. Да. Нормально, скайп. Да. Нифига, кстати, он быстрый, слушай. Он, кстати, прикольно выглядит, мне нравится это, наверное. А как ты сейчас в другой перелетел? Как? Что? Ты как это сделал? Что? На записи потом посмотрю, я просто на синего загляделся, ну как на синего бирюзового. Что-то как-то тут синий, зеленый. Ну и там я еще бирюзового видел. Так, сейчас синий пройдет, я это десантируюсь. Так, где он там ходит? Еще не знаю, кого тут заметил. Кого не вижу. Так, опа! Куда бежать? Тихо, я двигаться. Ой, Карлосон. Где? Ты, блин, я не понимаю. Куда бежать? Ты куда ты бежишь? Я не понимаю, алло. Я прячусь. Тихо. Он, кстати, домой, по-моему, бежит. Нет, все нормально. Туда его. Так, я сейчас чекну. Что тут? Я пока просто пройду и буду поворачивать, если зеленый. Потому что остальные не опасны в коробке. Ну, насчет этого, кстати, голубого я не знаю. Короче, я не знаю, я пробежался до... этого... получается, до этого колеса обозрения. Я не знаю, по-моему, тут самая безопасная хрень, это и есть это колесо обозрения. Да, там, слушай, и весело. О, за тобой бежит, слушай. Ой-ой-ой, за тобой бежит. Слушай, я даже не знаю, а ему пофиг на коробки или нет. Я Конор, и я проверю это, как это работает на самом деле. Зеленый! Прячься! Уф, туда этого зеленого было. Тут, кстати, можно еще упасть, наверное, умереть. Слушай, скорее всего. Я, пожалуй, не буду рисковать, мы и так прошли. Не сказать, чтобы мало. Ну да, мы так нормально прошли. Вот я стою только 3 штуки. Слушай, может тут поспим с кайфом, полежим? Зачем нам это все? Тут как бы, смотри, какая просторная комната. Да, сугол. Уходи. Так, нормально. Мне очень интересно, где оставшиеся 3, наверное, кстати, вот тут, вот они находятся. Да, потому что мы тут не были. Здорово. Так они же подсвечены. А, я думаю, это просто, у меня какая-то фигня. Так, погоди, где тогда еще? А, все, там вдалеке еще, слушай, один. Так, что он? Так, аккуратненько поднимаемся. Так, у тебя один, там еще один подсвечивается, где еще? Кто там? Ой-о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 й-
увидел, я, пожалуй, под стол. Пустите меня. Мне не нравится то, что синий убил меня в коробке. Если он за тобой прошел? Увидел.
Не, он за мной следил, то есть головой он следил. Ой, зеленый, слышу его. Так, тут Карлсон. Кто это? А, что? Что это было? Я умер. Я охренел, я... Что это, ё-моё, было? Слушай, вот тут... Смотри, давай проверим, я... Ой, тут ещё, ё-моё, я испугался. Так я могу их взять просто, не... Посмотри, как этот бирюзовый работает, пожалуйста. Вот у тебя есть один сахар, да? Ну, сейчас... Пойди вон туда, куда он пошёл. Сейчас, погоди, я должен твои же забрать ещё. Ну, тут ещё что-то мне стрёмно. О! Что? А, я понял, двигаться нельзя, двигаться, он короче, слушает, нельзя двигаться, да? Да-да-да. Так, и стрёмно что-то. Кто это идёт? Здорово. Я спрячусь. Всё, здесь третий пакет, найс. Попробуй там посмотреть. Просто там как-то странно, не знаю, слушай. Ой, там зелёный, слушай, по-моему, был. Здравствуйте, здравствуйте. О, нет, я сваливаю. Пожалуй, сюда. Это что такое? Интересно. Так, как понимаю, нужно с коробки спрятаться. Вот тут много монстров. А что стало? Я застрял. А, нет, все, я поднимаюсь с кайфом все. Я поднялся, кайф. А, типа, просто поднимаюсь. Прикольно. Там, где там зеленый? А как вылезти? Мне кто-то скажет? Слушай, имба, я вылезти не могу. О, все, нужно было нажать прыжок. Так, куда там нам идти-то? Там еще зеленый, по-моему, да. Там мост уходит. Там, по-моему, сюда, да? Так, тут лучше. Хотя, если подвигаться... Без понятия, конечно, ходит, а не ходит. Короче, смотри, я по этому коридору пошел, завернул налево, она там, по идее. Так, и кто это там? Ё-моё, кто там топ-то это? Так, ладно, погнали. Так. Что это? Так, ребят, короче, я ничего не понял, но мы, в общем, умерли. Если что, ребят, стрим у нас будет, получается, да. Чё, будем сегодня стримить эту игрушку? Ну, можно попробовать. Так что, да, ребят, сегодня еще продолжим на стриме. Ну как, ролик выйдет, наверное, завтра, а постримим мы сегодня. Так что, ребят, всё, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Еще увидимся.